Брак для всех. Завтра немецкий Бундестаг рассмотрит законопроект об однополых союзах. В повестку дня вопрос внесли в последний момент, буквально на этой неделе. К чему такая спешка и чего ждать от немецких депутатов, расскажет Татьяна Лагунова. Этот законопроект в ближайшие месяцы вообще не планировали выносить на голосование Бундестага, но вмешался случай. В начале недели Ангелу Меркель, которая участвовала в одной из публичных дискуссий, спросили, когда же будут браки для всех. Я бы хотела направить дискуссию в такое русло, чтобы решение принималось по зову совести, а не исходя из того, у какой политической силы больше голосов. Такой ответ – лучший подарок для главных соперников Ангелы Меркель на будущих выборах и сторонников однополых браков социал-демократов. Они сразу же внесли законопроект в повестку дня. Несмотря на то, что пока еще эсдеки в коалиции с консервативным блоком Меркель и клятвенно обещали партнерам в этом созыве щекотливую тему не трогать. Голосование по зову совести не нужно откладывать. Решение можно принять уже на этой неделе. Совесть нельзя ограничивать временными рамками. Расклад сил в немецком Бундестаге ясен. За будут голосовать социал-демократы, левые и партия зеленых. Традиционно против — консерваторы из ХДС, ХСС. Но поскольку голосование решили сделать поименным, а почти 80% немцев поддерживают однополые союзы, то и многие христианские демократы могут сказать бракам для всех «да». Тем более, что сама канцлер разрешила не соблюдать партийную дисциплину. В любом случае, уже понятно, законопроект будет одобрен. И в любом случае больше других выиграет от этого Ангела Меркель. Сторонники традиционных ценностей на будущих парламентских выборах все равно проголосуют за христианских демократов. Зато канцлер сможет завоевать голоса тех, кто всегда считал ее партию слишком консервативной. Да и точку в этом вопросе поставит лишь Конституционный суд. Одобренный политиками законопроект передадут туда на рассмотрение. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».